Новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц, провел первое заседание с министрами своего кабинета. Рабочая встреча состоялась всего через несколько часов после того, как Шольц принял присягу в Бундестаге, где ранее за него проголосовало большинство депутатов. Шольцу 63 года, он стал 9-м по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель.